Традиционная акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Ленинском городском округе. Первая площадка – сквер на улице Фокина. Открытие экологического мероприятия прошло в торжественной обстановке. Для участников акции был организован настоящий праздник с развлечениями и угощениями. У нас развиваются новые микрорайоны и требуют озеленения. Сегодня на данной акции нами определены 30 площадок. Все 30 площадок исключительно были выбраны вами, нашими жителями. Мы максимально постарались учесть все ваши пожелания, какие деревья хотите, где их необходимо нам будет посадить. Это сквер у нас, большое место общественное, где постоянно гуляют жители, где проводятся мероприятия администрации. Но вместе с тем здесь не хватало что-то, а именно озеленения. Такого масштабного, красивого. Рядом детский садик, дорога. И хотелось какого-то более тенистого такого места. И они выступили с инициативой, обратились к нам. Ну, а мы, соответственно, в отдел экологии. И сегодня родился такой праздник для всех. Местные жительницы Юлия Радаева и Валентина Митрофанова очень рады, что центральной площадкой для посадок был выбран сквер на улице Фокина. Ведь они неоднократно обращались к властям с просьбой увеличить количество зеленых зон в их микрорайоне. Мы год назад обратились с просьбой, что наш микрорайон совсем не озеленяли здесь. 6 лет наш застройщик, вот как посадили деревья, больше, совсем мало было высажено. И вот нас услышали, мы очень рады, надеемся, что дальше будет продолжение. Нам надо, чтобы дети выходили и видели лес. Мы хотим чистый воздух. Мы за то, чтобы было красиво. И чтобы в нашем районе была настоящая осень. Мы не видим осени в 6-м микрорайоне. Это смешно, но это правда. Все участники акции были обеспечены перчатками, ведрами и лопатами. Начинающим садоводам специалисты подсказывали, как правильно сажать дерево или кустарник. Первый раз, но мне очень все понравилось. Было довольно весело. Многие жители приходили большой компанией с друзьями и родственниками. Семья Лаевских-Гуменюк решили посадить свое дерево. Выбор пал на рябину. Рябина ярко окрашенная, напоминает цвет солнца. И даже когда будет пасмурно, все равно будет какая-то частичка тепла от нее исходить. Мы решили с семьей, нашей семьей Гуменюков-Лаевских, посадить сегодня свое дерево. Вообще мы приехали из Беларуси и хотелось бы оставить свой глубокий след здесь, на российской земле. Также активно сажали деревья и учащиеся Видновской школы номер 10. Мне очень понравилось сажать деревья. Я очень рада, что у нас от всего класса появилось. Я очень люблю сажать деревья. Мне очень понравилось сажать. И мы сделали это с нашего класса. Они с удовольствием откликаются на каждую акцию. И мы всегда совместно, целой командой, принимаем участие во всех акциях. Недавно была акция «Вот лес победы». Мы также принимали активное участие. Во время проведения акции в сквере на улице Фокина было высажено 260 саженцев рябины, клена, сирени и других растений. Деревья и кустарники это все закупается централизованно администрация Ленинского городского округа. И где-то участвуют дополнительно к тем саженцам, которые я уже обозначил. И управляющие компании, они тоже стараются в этот период тоже закупить свои саженцы. Вот, поэтому, но сажают их наши жители. И, соответственно, саженцы тоже закупаются в соответствии с пожеланиями жителей. Областная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Ленинском городском округе продлится до конца сентября. За 2 недели на 30 площадках муниципалитета будет высажено порядка 3000 саженцев деревьев и кустарников. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.